Приветствую, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Наверное, уже догадались, что продолжаю стройку королевского тигра от фирмы ICM. И сегодня будем собирать башню. Здесь подготовил заранее и посрезал детали. Кое-что склеил, посмотрел, как подгоняется, как что. В целом моделью доволен. Модель несложная и при этом хорошая стыковка. И довольно хорошо обрабатываются детали. Так что если вы захотите приобрести эту модель, ее можно приобрести на сайте интернет-магазина «Я моделист». Ну, продолжим сборку и будем склеивать. Я решил с внутренностями танка не заморачиваться, так как все равно все будет закрыто, скрыто. Люки у меня будут полностью вклеены. Все будет закрыто. Поэтому, как давали и предлагали в инструкции, поставить ручки. Я этого не ставил, потому что я не увидел в этом смысла. Вот. Начинаем потихонечку собирать. Сборкой доволен данной модели. Проблем с деталями не обнаружил. Все как по инструкции становится на свои места. Собрал нижнюю часть башни с частью орудия, заряжающей с казёнником. Вот так вот получается. Немножко дам клею подсохнуть. Пока можно склеить две половинки башни. Thank you.
Вот так получается башня, друзья. Все становится на свои места. Хорошо. Только вот один минус. Наверное, все-таки лучше, если бы это было дано пазами. Чтобы крепче держались на модели эти крюки. Вот что получается на данный момент. Приклеил все крюки. Теперь дам им просохнуть, чтобы клей хорошо схватился. И будем примерять навесные траки. Сейчас поставлю на место ствол. На этом буду заканчивать данную часть. Пусть все просыхает. Спасибо за то, что смотрите видео, комментируете, ставите лайки. Кому интересно, продолжайте смотреть следующие части. И до встречи, друзья!